Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. Поступил на ремонт телевизор Мистери, модель MTV 3207. Телевизор дежурка горит, ни с кнопок, ни с пульта не включается. Телевизору 12 лет, это его первый ремонт. Будем открывать, смотреть, что не так. Либо прошивка слетела, либо что-то по питанию. Хотя бы дежурка горит, питание есть. Посмотрим, что внутри. Посмотрим модель телевизора. В конце модели написано версия прошивки. Изготовитель, как обычно, Калининград, 2010 год. Вот у меня была перед этим Мистери 3206, которая неудобна в ремонте, у которой платы прикручены к задней стенке. Но в этом телевизоре уже все нормально. Видим, что пыли достаточно забит. Я уже его раскрутил, сорвал пломбу. Такая пломба была. Это на одном из болтов. Посмотрим, что внутри. Посмотрим изнутри. Конечно, пыли достаточно. На блоке питания он. Посмотрим тип матрицы. Увидел уже сдутый конденсатор. Возможно, это причина неисправности этого телевизора. Попробуем его. В общем, сейчас перепаяю. И поможет, нет, и включится, не включится он. В этом телевизоре достаточно надежный инвертор стоит. То, что такие телевизоры, вот этой модели, как правило, попадали от 2 до 3 лет в ремонт. Тоже стоял такой инвертор. 2-3 года и он приходил в ремонт. Вот как у меня был случай. Значит, один знакомый клиент, когда-то ему обслуживал цветной Триус АТ, потом импортный какой-то телевизор он делал. И он купил вот такую Мистери, которая даже по сей день работает у него, у знакомого. А вот когда чуть попозже купил сосед, он ее за это время 3 раза ее ремонтировал. Ну, видать, тоже та модель попала с таким инвертором, который уже попозже пошли вот таким. Видать, разные комплектации были. Значит, вся проблема сейчас вот этот инвертор выходил. То в этой модели оказался такой вот инвертор надежный. Так он телевизор 12 лет проработал без ремонта. Вот первый ремонт. В общем, заметил сухую емкость. Сейчас я попробую поменять и проверить вот эти остальные рядом конденсаторы. Возможно, она стала причиной неисправности телевизора. Сейчас буду делать очистку от телевизора от пыли. Смотрим, как отверстие забитое за 12 лет. Телевизор очистил от пыли. Теперь все чистенько. Открутил материнку. Осталось мне перепаять пухляк и попробовать его. И проверить вот эти вот рядом конденсаторы. Что поменять. Все чисто. Заменил пару конденсаторов на материнской плате. Теперь телевизор стал. Будет видно. Светодиод.
вот он красный горит, подморгнул, зеленый, и опять дежурку. Стал тестером на 5-вольтовое, 5 вольт. Создалась нагрузка, уходит, просаживает. Скорее всего, еще где-то блоки питания, конденсаторы нужно проверять. Отвинтил блок питания. Видим, тут еще пыль надо чистить. Еще обратил внимание на сдутую сетевую банку. Этим стою СР-мером на сетевую банку, она отщепа на лям. Заменил сетевую банку. Видим, что вывод отгорел, отгнил. Вот ножка лежит. И плюс два маленьких конденсатора. Это у нас 10 микрофарад 50 вольт и 100 на 35. В общем, сетевая банка. И вот эти полностью в ноль были высохшие. 10 микрофарад 50 вольт и 100 на 35. Остальные конденсаторы все нормально. Проверку показали. Вот за 12 лет. Сейчас включаю и посмотрим, что произойдет. Смотрим на диод. Светодиод, как говорится, дежурного режима. Включаю в розетку. Что у нас произойдет? Так, горит красный. Загорелся там зелененький. Ну, телевизора загорела подсветка. Ну, в общем, осталось с него собрать. Телевизор успешно отремонтирован. Но уже матрица уже стареет. Видите, какие дефекты происходят. И надо позвонить клиенту. Так, не отвечает. Вызываемый абонент не отвечает. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить. Телевизор готовый, отремонтирован. Ну, ну вот. Все. Сколько? Так, что, куда ты его? Сегодня 100 есть от дома завести? Ну, а я говорю, сколько? Ну, двушка. Двушка? Ну. Ну, я тебе сейчас-то не смогу как отдать. А, хорошо. С этого, с 28 числа где-то я тебе отдам. О, ничего, долго сколько ждать. Ну, сейчас я, короче, позвоню, я перезвоню, ладно? Ага, хорошо. А там это, секундочку, там полосочки были такие синие на экране, да? Да. А, это уже от старения экранов. Давно это появились они, да? Нет, они полосочки, это. У меня сын машинкой ебанул. А, вон что. Понял, что? Понял. Собрал а то... там немножко, короче. Ага, все понятно. Машинка, так, хуяк по экрану, короче. А что, что было-то? Блок питания и материнской платы были проблемой. А, ну, он мне этот, я Власова-то спрашивал, он же мне номер тогда уже. Ага, хорошо. Он говорит, ну где-то там или блок, или что, говорит, загорел вот где-то. Ну я сейчас, короче, перезвоню тебе, а? Ага, хорошо, звони. Все, давай, ну.
В общем, вот эти полоски появились, когда ребенок ударил машинкой, говорит, как клиент сказал, мы там слышали. В общем, телевизор успешно отремонтированный. Ну, там, показывал уже из блока питания, которого вывод один отгнил, отгорел на сетевой банке. В общем, 4 конденсатора, 4 уже куда-то выкинул. Этот один на материнке и 3 блоки питания. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. На этом все. Всем пока.